6 сентября, каждые выходные. 6 сентября этого года, да? Да, конечно, этого года. А почему решили стоять? Потому что мы хотим таким способом поддержать Украину и больше давать информации о том, что происходит в Украине сейчас. Я родилась в Луганске, но я сюда как студентка переехала, закончила здесь институт и осталась жить. Мои родители, мои друзья жили... Месяц назад мои родители выехали из Луганска, они в итоге уехали жить в Белоруссию. Часть друзей в Киеве, часть сейчас находится в АТО. И, конечно, безусловно, меня ужасно беспокоит то, что там происходит. Когда я узнала о том, что в Чехии здесь делают Майдан, я узнала через интернет. Я пришла, и я им здесь очень помогаю. Но это чехи начали делать, да? Да, именно чехи организовали. 6 сентября именно чехи 6 сентября, да, чехи организовали эту акцию. Мы не являемся организацией, это люди, которые именно из убеждений... от того, что Украина – это Европа, и Европа должна принимать более активное участие в том, что происходит в Украине, потому что это касается целой Европы, потому что то, что происходит сейчас в Донбассе, это угроза не только Украине, это угроза Европе, европейским ценностям и то, как происходит здесь жизнь. Ну, а вообще, что вы тут делаете? Мы собираем подписи. Здесь петиции, у нас 3 петиции, одна международная, которую подписали нам, у нас здесь карта есть, мы на каждой стране, мы отмечаем сердечко, 70 стран, люди из 70 стран подписали нам международную петицию. И у нас 2 петиции, которые направлены в чешское правительство, одна премьеру, другая... президенту, который президент господин Зиман допускает неоднозначное высказывание в адрес Украины и в адрес той ситуации, которая там происходит. И это не нравится, и мы выступаем против. Вы давно были в Луганске? Сейчас мы там. И вы ожидали вообще, что такое возможно? Нет, скажу честно, нет, вообще нет. Просто для меня это был просто шок. Я не до последнего я не верила, что... И мои родители до последнего не верили, и я очень сильно переживала много. И когда тетя с мужем просидели почти, по-моему, 10 дней, они живут в многоэтажке, они готовили пищу вот между этажами. Там вот они поставили каких-то печей, делали огонь и готовили пищу, потому что ничего другого уже не было. И у меня не было с ними связи, я не могла с ними связаться, я не знала, они живые, что происходит, это было ужасно. Потом они выехали. Очень долго надеялись, что как-то это все разрешится, либо сепаратисты уйдут, либо как-то это все решится. Тахле та є міжнародні петиції на підтримку України. Потім вони виїхали зараз всі мої друзі. Так, присоєдніться і поїде вместе со всеми. А потім у нас буде концерт здесь. Да, 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 это я вам. А как вы вообще общаетесь с русскими туристами? Они, наверное, подходят. По-разному, на самом деле, подписывают и россияне. Их не так много, но это ужасно приятно, что некоторые поддерживают, и не у всех вот голова промыта пропагандой. Есть у нас подписи в петициях и от россиян. Но есть, конечно, агрессивные, которые приходят, обижаются, либо они говорят, что мы все придумали, это у нас промытые мозги, что самые свободные СМИ в России, что никаких войск в Украине нету, что это все придумано. Некоторые злятся, например, срывают нам плакаты, хамят, орут. Бывают разные. Бывают, говорят, совсем плохие вещи. Но, ну, это, в общем-то, мы здесь не для того, чтобы... Мы больше ценим то, что мы получаем позитивного.